вообще нужно ли это понятие, чтобы лишний раз понять, что друг может быть предателем. Стараюсь объяснить все очень просто. Почему прихожая стала в два раза больше? Почему мне кажется резиновой моя кожа? Почему бабушка говорит так заморочена? И почему мне все милиционеры строят рожи? И деревья стали какими-то страшными, пытаются закошмарить они ветками наших. Мне осторожно окрашена. Кока-кола какая-то, как каша. В горло не лезет даже. Поташнивай. Это баржа на реке. Ой, ну надо же. По моим подсчетам пробывала тут уже дважды. Вот сам монстр с острова, с острым носом. Чё такой серьезный? Чё с голосом? Чё ты был в волосы? Где был? Ты бы прикололся. Глянь, какая сосна. Да нет, ты чё? Так вообще плоско. Я вон проду в красных боксерских кроссах с полосками. По-моему, классная. У нее длинношерстная такса, красная Мазда, сучка пафосная. Небось, сосет у босса толстого в его офисе под кокосом. Дает в разных позах монстр с острова. Не будь таким серьезным. Пойдем в подъезд, есть подарок от Деда Мороза. Так что, брачо, у нас всегда есть почитать. Да, если чё, мы не заряжаем зеленью. И нет у нас тут кур спереди, но мы всегда в хлам, тем не менее. Блять. На счастье. На счастье, Дмитрий Носов, за тебя я стакан разбил воды. Я не грустная, играю шестрая, правда, где-то со вкусом. Там, где на выпуск, там, смотри, палит мусор. У ларька, где музыка, музыка. Да я не про музыку, там мусор. У тебя с собой паспорт, да, в левом кармане. Там еще твердый на вечер, рублей 200 маме. Ну да, все правильно, а глаза не паленые. Слушай, глянем, там еще вот забавил. Блин, что-то так прикольно, вообще нормально. А ты, походу, думаешь, что тебя никогда не ставят? У тебя есть жвачка, это слишком сладкий, со спытым сахар. Вот у меня мята, пускай, а ты снова не вполняй себе никотином. Жаль, хорошо сидим, только хорошо убил. Одна и та же, но ты красивая. Видел сто раз, сейчас буквально полюбил ее. Мозги заточены точно, под заморочки срочно. Ночью ищу новые точки. Поцелуй, пилай на микрофон, обломы. Снова обломы, а вот мы дома. Так что, брачо, у нас всегда есть почитать, чё. Заезжай, если чё. Мы не заряжаем зеленью. И нет у нас тут кур спереди. Но мы всегда в хлам, тем не менее. И снова знакомое состояние неадеквата. И снова чья-то еле знакомая хата. Какие-то девочки, ребята. По-моему, мы были тут когда-то. Ага, Слимус, порядок, рыжий. Хотя бы ты послушай. Ты же должен в этом разбираться лучше. Скажи мне, на всякий случай. Правда, что у меня вид какой-то замученный? Нет, Колян, скажи лучше ты, братан. Ну прямо совсем торчок. Ну прямо наркоман. Спасибо, я знаю, что у меня с болтами. Мне сказали, щеки в паре, синяки под глазами. Все нормально? Точно? Спасибо. Обрет реально мощно, сила. Что сожрал? Да я не помню, угостили. Эй, чувак, убери кинжал. А, фу, это просто мобиль. Извините, извините, все ровно. Ладно, вон мой трамвай, блин, он едет в другую сторону. Да какой нафиг трамвай? Время 3 часа ночи. Ебучие ремонтники, я думал, меня снова глючит. Слим, Гуф, так что, брачо, у нас всегда есть почитать, чё. Заезжай, если чё. Мы не заряжаем зеленью. И нет у нас тут кур спереди. Но мы всегда в хлам, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. О, уже 5200 вас, тихо себе.